Итак, пойдем делать медитацию. Сядьте, пожалуйста, ровно. Предупредите своих домашних, чтобы они вас не беспокоили. Закройте глаза. И посидите некоторое время так, в таком состоянии. Еще раз глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте, что вы стоите возле двери. Возле двери к себе. Подойдите ближе к этой двери и осмотрите ее. Как она выглядит? Какого она цвета? На двери вы видите массу замков. Это замки ваших мыслей. Возьмите первый чугунный замок и просто снимите его с двери. Рядом с вами справа находится огромнейшая печь. Выбросьте этот остаток железа, этот ненужный остаток в эту печь. Увидьте, как расплавляется металл в абсолютно нейтральную энергию. Посмотрите на вашу дверь, найдите там еще замки. И снимайте и выбрасывайте их в эту печь. Выбрасывая, увидьте, как это железо плавится, и одновременно почувствуйте на физике, что что-то уходит из вашей жизни и освобождается путь к себе. Уберите замок сомнений и выбросьте его в огонь. Уберите замок нетерпения и выбросьте его в огонь. Найдите на вашей двери замок «Я не даю себе жить». И выбросьте его в огонь. Найдите замок. Я этого не могу. И выбросьте в огонь. Вам тут сейчас свои собственные мысли. Встают какие-то ситуации,
связанные с этими замками. И нужно влезать в эти ситуации. Возьмите на уровне интуиции просто этот замок и выбросите. Освобождайте всю вашу дверь от замков, затворов. Расплавляя ненужное железо, превращая его в нейтральную энергию, вы освобождаете себе путь вашего осознания, кто вы, что вы, путь к себе, путь к новым знаниям и новым возможностям. Я даю вам время, та энергия, сопровождающая нас, дает вам время освободить полностью ваши двери, каждый свою, от ненужного металла, от ненужных запоров. Найдите там замок. Я угождаю обществу и выбросьте его в огонь. Найдите там замок. Мной могут потыкать. И выбросьте его. Найдите там замок. Я не найду своей дороги. И выбросьте его. Почувствуйте, как плавится эта куча железа. Увидьте этот яркий огонь. Прочувствуйте это на своем физическом теле. Каждый сейчас работает именно со своей дверью, освобождая себе путь. Может быть, вы видите эту дверь впервые. Радуйтесь этому событию и освобождайте ее от старья железа. Высвободите те свои чувства, те, которые вы уже давно носите в себе. Высвободите свой взгляд на жизнь и свое предназначение. Когда все замки убраны, подождите, пока дверь откроется сама. Дверь открывается медленно. И на вас накатывается волна голубо-белого света, голубо-белой энергии, которая полностью смывает все ваши сомнения, все ваши неурядицы и все ваши неудачи. К этому залу, куда вы попали, подходят трубы, и по ним
До самой земли стекает весь тот негатив, все эти сомнения, передряги, неурядицы. Все то, что не давало вам войти сюда. Очиститесь этой голубо-белой волной полностью. Найдите в середине этого зала центр и встаньте в него. Смотрите, как все светится, и этот центр, он находится огромнейший столб солнечного света. Встаньте туда и увидьте, как из вашего солнечного сплетения в разные стороны этого зала распространяются солнечные лучи, освещая весь этот зал. Насытьтесь этим светом, берите с себя эту новизну, это желание идти своим путем. Радость, счастье, любовь. Все то, о чем вы давно мечтаете и хотите. Пустите это в свою жизнь. Насытьтесь этим светом и глубоко вдыхая в себя, выдыхая, привнесите всю новизну, весь аромат солнечного зала. Сознание, что эта дверь будет открыта для вас всегда. Принесите эту открытую дверь к себе, в свою физическую жизнь. И медленно возвращаясь сегодня и сейчас, глубоко вдохните в себя и выдохнув, откройте глаза. Все здесь? О, замечательно. Хорошо, сейчас ответим на вопросы.